друзья, всем привет! Сегодня у нас понедельник, и все обычно в этот день жмут. Жмут штангу лежа на прямой скамье. И мы начинаем также классическим способом жать штангу. Вот, жать будем на 10 повторений. Постараемся выжать по максимуму. Итак, жим лежа позади, и мы с вами переходим на суперсет, который будет состоять из отжимания на брусьях и отжимания от пола. Думаю, вам понравится, поэтому пробуем, работаем по 10 повторений там и там. Если вы думаете, что это легко, то глубоко ошибаетесь. Пробуем, работаем и поехали! Итак, друзья, позади уже два упражнения. Второе, которое было достаточно таким экспрессивным, динамичным, как я говорил ранее. Вот, и очень утомляемым. Поэтому заканчивать можно работать с небольшими весами, либо изолированным упражнением, либо вот упражнение, которое сейчас я вам покажу. Будем жать в камере наклон. Есть здесь небольшой, да, вот, и выжмем его немножко в обратном порядке. Поочередно каждой рукой. 5, 4, 3, 2 и 1. Одно повторение. Вот. Будем работать попеременно каждый год, как я говорил. И можно отрабатывать также в обратном порядке, начиная там с единицы, заканчивая пятеркой. Да? То есть одно повторение, два повторения, 3, 4 и 5. Скажу, что работать с 1 по 5 повторения достаточно тяжело, поэтому мы начнем с 5 первое повторение. Ну, сейчас вы все сами увидите. Ну вот примерно так мы работаем. Вес можно будет прибавить, так как мне на самом деле казалось легче, чем я думал. Вот. Но моя задача была показать вам правильное исполнение техники и объяснить, что из себя представляет данное упражнение. Хочу выразить благодарность нашим спонсорам, магазину спортивной одежды FD Concept, именно Небея, за предоставленную возможность заниматься в нормальных вещах, вот, и быть время в тренде. Также хочу поблагодарить нашего спонсора Total Lab. Total Lab – это спортивное питание, вот, очень хорошего качества. Благодаря ему, а именно аминокислотам, которые мы сегодня пробовали с моим другом и партнером Максимом, тренировка становится на самом деле достаточно, ну, нелегкой, но
выносливость повышается, и те, кто принимает аминокислоты, со мной согласятся. Поэтому, ребята, одевайтесь модно, употребляйте спортивное питание. Спортивные добавки помогут вам более лучше и качественно отрабатывать тренировку и дать вам возможность поднимать силовые показатели на уровень выше. Спасибо, продолжаем тренироваться. Итак, мы закончили с грудными мышцами и переходим на трицепс. На трицепс мы делаем классику, французский жим на повторение 10-12. Но для начала мы, конечно же, разомнемся. Сделаем 3-4 подхода. В весах мы начнем потихоньку прибавлять, так пойдем небольшой пирамидой вверх. Итак, заканчиваем мы нашу тренировку сегодня разгибанием с канатами в кроссовере. Делаем это немножко необычно, вот, опираясь спиной к спинке тренажера. И делаем на количество 15-20 повторений. Работаем на 3-4 подхода, и таким образом мы завершаем нашу тренировку. Как я сказал, делаем 3-4 подхода, 15-20 повторений, делаем качественно. Каждое повторение мы фиксируем. Вот. Хочу вам пожелать, ребят, хороших тренировок. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, задавайте, оставляйте вопросы, комментарии. С вами был канал Билбоди, тренер АМО. Всем пока, до новых встреч!